В России утвердили национальную стратегию действий в интересах женщин. Она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышается экономической независимости и политической активности россиянок. Об этом говорится на сайте Кабмина. Стратегия действий запланирована на 2030 год. Ее разработчики отметили, что женщины России ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. Решать проблемы разрыва в заработной плате предполагается в том числе за счет формирования у женщин интереса к технической и технологическим специальностям, вовлечение в цифровую экономику. Безусловно, государство будет в данный момент продолжать заниматься равноправием и, наоборот, повышением возможных прав и привилегий у женщин, которых и так до этого было очень немало. Количество мужчин в России заметно уменьшается, количество трудоспособного населения уменьшается также, поэтому кто остается? Конечно же, женщины. Поэтому женщинам сейчас в любом случае, как минимум, если не придется работать, то как минимум придется платить, потому что электорат нужно подкупать и дальше. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.